Доброе утро, это Гармония. Не забывайте подписываться. Сегодня с вами поговорим про жимолость Тельмана. Это прекрасная вечно зеленая лиана до 6 метров. Хороший у нее прирост, в среднем может доходить, бывает и до 1,5 метра. Это уже все зависит от внесения удобрений. Вьется она, не присасывается, поэтому, конечно, нужно для нее делать каркас. И тогда она будет прям хорошо цепляться. Она довольно-таки морозостойкая, но первые года все-таки надо желательно хотя бы утеплять корневую систему, чтобы наверняка. Растет она очень быстро, цвет у нее листвы идет такой зеленый, а низ такой светлый. То есть в этом плане она переливается, конечно, на солнышке очень прекрасно. Цветет она с июня по июль, цветы у нее яркие, крупные, ярко-желтого цвета. То есть даже и не представишь, что это жимолость. По посадке выбираем солнечное либо полутеневое место. Высаживаем ее на дно ямки мафос, суперфосфат и калийные удобрения для цветения. Буквально там грамм по 50 на самое дно ям. Торфяную основу мы используем pH где-то свыше 5-5,5, можно выше. Добавляем туда песочек, все это перемешиваем и высаживаем наше растение. Используем ямку примерно 15 см, 20 больше. Чем больше ямку, тем лучше можно будет ее подготовить в плане туда на дно перегной, амафос, прослоечка земли, и потом это все высаживается. И тогда у вас лиана это будет расти и радовать на протяжении всего времени. Так что если хочется красивую цветущую жимолость, конечно, жимолость Тельмана к вам подойдет. Хорошего дня вам!